90-60-90 – параметры классической женской фигуры. Пропуск на конкурс «Длинные ноги и волосы». В гримерке одной на всех 13 девушек от души дают советы друг другу. Волнуюсь. Надежда на победу. Будем бороться до конца. У нас выходы сложные. Переживаем. Я думаю, сейчас каждая девушка волнуется. 5 выходов, дефиле-парад, коктейльное платье, конкурс купальников, хотя купальники все одинаковые, силуэты разные. 4-й конкурс – проявление талантов. Природа наделила красавиц разными способностями. И последний выход в финале конкурса – парад вечерних платьев. Дебют Виктории Кирсановой в конкурсе красоты – уже победа над собой. Юная красавица по закону жанра – еще и спортсменка. Номер 10 – Виктория Кирсанова. Амбициозная и целеустремленная личность. Яна Нестеренко, выпускница медколледжа, участвует в конкурсе благодаря подруге. Правильная поддержка – половина успеха. Зашла на меня столько глаз, столько людей за столом сидят, смотрят. Волнение жуткое. Я там покрутилась, повертелась, постеснялась, но меня взяли и сказали: интересный типаж, все отлично. У нас все девушки достойные, решение жюри не предугадать. Я не знаю. Первая вице-мисс Анапы Анна Зироян, участница с номером 4. Приз зрительских симпатий получила 16-летняя Виктория Кирсанова. А победительницей конкурса и самой обаятельной привлекательной анапчанкой назвали Марину Карпову. Она же завоевала и еще один титул – мисс Перспектива. Вот так завершился в Анапе конкурс красоты. И права была великая Габриэль Шанель, одевшая по своему вкусу весь мир. Заботясь о красоте, надо начинать с сердца и души. У человека все должно быть прекрасное – лицо и одежда, и душа. Развил мысль о красоте Антон Павлович Чехов. Алина Гумерова, Наталья Пухальская, Алексей Мухортов. Анапа регион.